Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов. Окей, окей, окей. Давай, давай, давай. Сейчас станем хорошо. Звук вверх, громче музыка. Это работа, но тусов, да. Гости сегодня со вкусом. Стиль Артик и Аси с нами тебе. Красавцы Лав Радио. Сегодня у нас в гостях девочка-пожар. Она рисует нотами и чувствует музыку кожей. Она продавала бургеры и улетела в Лондон. Встречайте, Сивиль! И, конечно, наш сразу же приветственный букет для тебя, наша дорогая. Ура! Очень рады тебе, как всегда. Привет, доброе утро. Доброе утро, ребята. А вы пишете песни, да, на заказ? Да, да. Это потрясающе. Какие вы молодцы. Я к вам всегда лечу на крыльях любви и вообще всего, что есть прекрасного на земле. Она с самого подъема, чтобы ты понимала, бодрит уже и вдохновляет. Любовь к тебе безграничная. Поэтому на таком, знаешь, легко возбужденном вайбе мы с 5 утра примерно. Красавцы Лав Радио, мы пришли вас будить, и, конечно, будем это делать сегодня вместе с дорогой, Сивиль. Как твое утро? Наконец-то я здесь. Такой маньяк. Знаешь, ты выглядишь так, как будто бы уже пятница вечер, и ты собранная прям на вечеринку. У тебя прям аутфит соответствует, как будто бы ты готовилась. Я просто чихаю в косметику, и сразу все появляется. Убедитесь, как круто это получается у Сивиль в нашем телеграм-канале Лав Радио Офишл. Там самые свежие, конечно же, видосики уже появляются. Так что да. У меня фейдер отлетел. Да, это было лучший комплимент. Браво, браво. Ну и, конечно, классный повод у нас сегодня для встречи. Это релиз твоей новой работы «Вселенная». Артик и Асти сегодня представляют, а мы тебя поздравляем. Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья. Я вот не устану повторять, что одна из моих самых любимых радиостанций. Я всегда вот прям так счастлива, когда я знаю, что я сюда прихожу. Хочется не всегда хочется чаще видеться. Да, но так мы готовы с тобой видеться хоть каждый день. Это абсолютно взаимно. Приходи соведущий к нам. Через 2 недели ты скажешь, я не хочу больше видеть этих людей. Давайте отдохнем, ребята. Неправда. Ну, у тебя много работы, мы знаем. Месяц назад уже ты начала дропать сниппеты. Почему так долго? Мы ждали этот релиз, у нас тебе вопрос. А это все вопрос к Артику, пожалуйста. Артем, большой тебе привет. Салюты. Я вам скажу больше. Я эту песню, это была одна из первых демок, которые я услышала, когда только пришла в проект Артика. Мы, кстати, вот тоже опираясь на предыдущие твои высказывания, пару вопросов тебе зададим чуть позже, но надо отметить, что работа сильно отличается от предыдущих. Она такая, что называется, текучая, лиричная, спокойная. Вот. Понятно, что осень, но, может быть, были какие-то другие мотивации и вдохновения для ее написания? Любовь. Вот, созидание. И мне кажется, как никогда мы все нуждаемся в поддержке, в любви, в чем-то светлом, в чем-то добром. И как я всегда говорю, это несложно улыбнуться даже прохожему, пусть вы и незнакомы, это просто. Даже если он не улыбнется в ответ, да ради бога. Но главное, что вы наполняетесь чем-то прикольным, и мы через песню вот так вот каждого слушателя обнимаем. И это не то, что мимимишные слова. Вот, эта песня вообще, в принципе, отображает то, что у меня сейчас на душе, поэтому я... Через эту песню вместе с Артемом 100%, поверьте, обнимаем каждого из вас. У тебя любовь и созидание. Такой предвыборный слоган. Любовь и созидание. Голосуй. Не, Артик покусал просто. Это же он мистер созидания. Это факт. Это поэтому ты с длинным рукавом? Да, я покусал. Не видно было. Вот, кстати, про фотосессию. Я видела вашу фотосессию. Вы готовились к чему-то. Я, конечно, не ожидала. Это где мы таких широких штанах? Большие пиджаки? Большие пиджаки. На голое тело? Ты вообще был голый, да. Ну, в смысле, не полностью. Это была не фотосессия, Сивиль. Я просто ходил. Готовился к эфиру. С одноклассниками в баню ходили. Нет, ты имеешь в виду вот эти, да, наши... Ну, понравилось тебе? Да, да. Просто непривычно. Я вообще всегда радуюсь вам вне студии. Это такое впечатление, что... ассоциативный такой ряд, что вы всегда на студии, а не всегда. И круто видеть вас в других локациях. У нас есть предложение к тебе. Я понял. Я хотел напомнить. Самая эпичная встреча была в
поле пыли в Новосибирске. Привет, Новосибу! Мы на правах тех, кому посчастливилось улыбку Севиль поймать, и даже в толпе, вспоминая Новосибирск в данном случае, а потом еще и обняться, можем вам точно сказать, это сногсшибательно. Это супер эксклюзивные эмоции. Ой, ну это все впереди. Ну а пока вот под свой сниппет в соцсетях ты просишь снимать видосики, липсинг. Их уже более 2500. И вопрос, ты что, маршрутчик? Пока типа весь салон не забьется, мы не поедем, поэтому... Нет, смотрите, нам очень приятно, когда люди выкладывают какие-то свадебные истории, там предложения люди делают. Вот. Тоже хочется снять такой снипп. Сейчас ты такая слезина. Вот, но... Ну, я шучу. Ну, ладно, не шучу. Ну, короче, очень круто, что вы, дорогие слушатели, вообще вы являетесь нашим вдохновителем. Вот, это факт. И я пересматриваю всегда эти видео. Не только, кстати, свадебные деток очень часто снимают. И это настолько круто. Вот так зарождается, продолжает, точнее, существовать что-то доброе. Ты не поверишь, но Ярослав не даст соврать. Вчера я сидел и размышлял. Да, такое хобби у меня. Я вчера сидел и размышлял, что в целом для Love Story круто, да, вот, ну, бэком песню взять и подснять Love Story какой-то. Но как же странно будет, если эта песня для танца с папой, например, невесты будет, ну, наверное... Или подойдет, как ты считаешь? Конечно, подойдет. Ну, сейчас мы будем слушать и выяснять. У нас, кстати, проект «Скажи да» запустился, где мы помогаем парням делать предложения. Ты не против, если мы возьмем песню «Артик и Асти»? Что-то я не вижу. А мне будут делать предложение? Сейчас мы тебе сделаем предложение. Слушай, Севиль, конечно, нужно. Если ты так ставишь вопрос, да. Конечно, эту песню нужно. Послать за кольцом. Гонца. Слушаем песню. Обязательно. Обязательно. Где еще ее премьерить, как не на самом Love Radio? Эй, всем. Здесь красавцы Love Radio. И мы очень рады, потому что у нас в гостях Севиль. Песню, которой под названием «Вселенная», мы услышим прямо сейчас. Красавцы Love Radio. Ой, как же красиво наслаждаться песней вместе с Севиль, подпевать ей. Ну, не так эффектно, как она сама, но тем не менее... Это было сейчас... А тебя слышно, кстати, да? Да, а то я тут жестикулирую, чтобы меня включили. Нет, все. Ой, так круто было. Я даже взмок чуть-чуть. Ну да, потому что трогательная песня. Мурашки по коже бежали, это факт. Бежали-бежали. Бежали-бежали. Это показатель того, что песня удалась. И как мы потанцевали, смотрите в нашем телеграм-канале Love Radio. А когда они танцевали, брат? И когда даже. Так, ну что, давай перейдем теперь к словам. Будем делать такие некие разборы. Ты поешь. Севиль, каждой клеточкой твоя. Вопрос у нас серьезный вполне себе. При каких обстоятельствах девушка может сказать такое своему мужчине? Ну, то есть нам нужно понимать, когда на такие слова можно рассчитывать. Как ты это видишь? Ну, то есть время, какие-то пройденные испытания, взаимные поступки. Ну, типа примерно, на каком периоде отношений? Ну, это у всех по-разному, надо опираться на чувства. Угу. Вот, и у всех какой-то свой период сближения. Конечно, не сразу, это было бы странно, если бы на первом свидании я каждой клеточкой. Это отпугивает. Это очень странно. Ну и через неделю «Я ненавижу тебя», например, сразу же песня рождается. Если вы поторопились. «Я ненавижу». Ну, это грустные песни, мы все-таки о хорошей поговорим. Каждой клеточкой твоя, можно сказать еще, если, например, ты... Ипотека. Ипотека. Или ты инфузория, например. О, да. Или гидра. У нее там несколько клеток. Все, посерьезнее. Можно в тюрьме так говорить. Ай, хорошо. Надеюсь, Арчик не слушает. Это камера 13-го айфона, это камера 14-го айфона. Это камера РУВД Кировского района города Свердловска. Так, ладно. Ну, вообще, Севиль, как у тебя взаимоотношения во вселенной? Чувствуешь ли ты ресурс свой? Это успешный успех. Конечно, чувствую. Что ты сделал? Я включил себе звуки, просто у меня их не было. Вот. Все, я с вами снова. Я очень верю во вселенную. Вот, верю. Сейчас начнутся эти демагогии. Но подожди, ну все-таки интересно поговорить об этом. Мы знаем, что ты увлекаешься эзотерикой, скажем так. Я просто верю в энергию. Ну вот, и скажи, насколько нужно быть ресурсным, чтобы, ну вот, такую песню дать вот в этом правильном настроении? Ведь она все-таки, ну, такая проникновенная, это не просто какая-то песня про любовь веселая, да я тебя люблю, тебе куплю, а прямо вот здесь нужно проникнуться этим. Вот насколько это было тяжело сделать или легко для тебя? Сразу прониклась легко, это одна из первых песен, как я говорила, когда я только пришла в проект.
И я очень ждала релиза этой песни, потому что она у меня вызывает мурашки по всему телу и слезы счастья. Иногда кажется, что Артик ждет от меня других каких-то реакций, а не когда я ему отправляю плачущие смайлики, что типа, блин, это so sweet. Вот, а вообще в нас же есть вся таблица Менделеева. Вот, и я недавно размышляла на тему... Севилий, например, есть у нас? Севилий, конечно. Севилий есть в каждом из нас. В нашей студии сегодня Севилий. Да. Это просто рудник. Ну, прости, что перебил. Крутая шутка. И, в общем, так же, как и в этом мире, вот есть вся таблица Менделеева, так же и в нас. Мне вообще иногда кажется, не кажется, а мы являемся частью чего-то, и, возможно, мы где-то макро что-то, а вот, возможно, вот где-то в моей клеточке живет такая же лав-радио, да, вот, и там же ходят такие, ну, тоже люди. Ну, в общем, я не знаю, все вокруг Вселенной, все вокруг Бог, энергии, я вот в это верю. Очень красиво. Хотели бы мы быть твоей клеточкой? Ну да. С тобой везде летать. Твой. Ну надо не ложиться, видишь, там каждой клеточкой твой. Ну не идет песня. Ну, кстати, к слову о Вселенной и о локациях в этой Вселенной. Вот мы видели снипеты, какие-то горы. Это, случайно, не Симферополь? Нет, это Москва. Это Москва, Подмосковье? Это война на Лужниках, это как раз там. Это Дзержинский каньон. А, карьер, да. Карьер. Понятно. Да. Ты был там? Меня звали этим летом, потому что там крутое место для отдыха, там пляжная зона. Все, я понял. Такое. Я теперь соображу. Ну, ехать далеко отсюда, поэтому я не был вообще. Давайте на лето тогда и забьемся. Нет, там такое, типа, а где эти скалы? Да это Москва, где-то Зарядье, вот. Мы зашли, просто так взяли, чтобы домов не было видно. Да, ну, прикольная локация. Мы так и хотели. Ну, как будто бы это действительно скалы Симферополя. Причем у нас самое любопытное, что наша редактор Оля, она из Симферополя. И она уверена была, что это там было снято. Это там снято. Мы такие, да нет, она такая, нет, там. Москва, Москва. Ну, знаете, что нам вот это открытие дает сейчас? Мы же говорили тебе уже не раз и напомним, что ты в следующий раз зови нас, мы точно будем знать, где это находится. Снимем тебе роскошный бэкстейдж, будем тебя поддерживать и веселить на площадке. Блин, у нас уже мы сняли клип. Ну вот! Все, рассказывай. Кстати, по поводу клипа. Почему вас не было, да? Да, нам не позвонил. Почему-то я, причем мы же списывались. Да. И, блин, я запамятовала. Простите, пожалуйста. Мы просто из гастролей на гастроли, и я помню, что я вернулся, спала 2 часа, и мы тут же в павильон прилетели в 6 утра и снимали. На шарик подшипниковскую куда-нибудь. Да. Ну, почти, вот. Все знаешь. Вот, почти. И, собственно, я в этой всей суматохе вас не пригласил. Да простите, ладно, ты расскажи про клип. Клип, он, конечно, о чем-то красивом. Там нет какой-то тяжелой смысловой нагрузки, вот, какой-то сюжетной линии такой, где надо, ну, вот прям сильно думать. Вот. Это будет что-то красивое, легкое, нежное. Ну, мне очень тяжело давать описание, потому что это должен делать слушатель, как мне кажется. Ну, вот, поэтому... спойлеров мы не получим. Ну, будут ли какие-то, я не знаю, у тебя платья? Будут ли видны твои шикарные, роскошные ноги? Да, будет смена образов. Вот. Я вот скажу так. Короче говоря, я лежала в бензиновой воде, в горящей воде. Что? Вот. Как сивка-бурка получается. Да? Ну, сивка — это сокращение от Севиль, правильно? Да. Сегодня столько имен у меня появляется новых Севиль. Ну, прости. Все потому, что любим. Мы можем подписаться под каждым словом Севиль, что будет красиво, 100%. Постараемся посмотреть самыми первыми, потому что у нас будет на это время за эфиром. Это точно. Ну и, конечно, сегодня Севиль у нас в гостях, поэтому вы будьте рядом, никуда не уходите. Телеграм-канал Love Radio ждет вас, чтобы вы видели, какая Севиль красивая. Красавцы Love Radio. И здесь на волнах Love Radio, а у нас вот даже нет вопросов. Такая любовь нужна самому Севиль. Сегодня у нас в гостях Артик Вести. Привет, ребята. Приветики. Очень приятно. Очень рады, что ты пришла к нам. И очень рады тому, что к тебе приходят все. Ведь 7 октября состоялся сольный концерт и был sold out. Да, есть такое. Ну, расскажи об этом подробнее. Я вообще обожаю открытые площадки, и, наверное, еще по той причине, что они случаются редко, но метко, вот. И было большое количество слушателей наших, все прошло хорошо, все песни, я проверила, знают наизусть, вот, вместе пели. Ну, для меня это всегда большой праздник, особенно открытые площадки. А будет ли когда-то такой вот экспириенс, когда с тобой поют все слушатели, стоящие на площадке, а вы снимаете это или записываете? Некоторые артисты делают так альбомы.
Ну, типа, на альбоме дополнительный лайв, чтобы было слышно, как поет аудитория, как поют люди. Ой, как прикольно. Ну, у нас, конечно же, есть такие видео. Я причем так хохотала недавно. Мы выступали в Майкопе на День Республики, и мы пели всем городом. Очень много людей было. И я сказала, что мы сейчас будем снимать. Я всех отмечу в сторис. Нормально. Да, и я выложила потом, типа, пов, когда ты обещал отметить всех в сторис. Ну, в общем, это очень крутая практика. Почему мы это все снимаем? Чтобы люди видели, как это все выглядит глазами артиста и нашей команды музыкантов. Потому что разные стороны, разные вайпы, и, ну, это просто вау. Да, я уверен, что мы так есть. Мы бы с радостью, конечно, тоже посмотрели. Может быть, там с бэклайна кто-нибудь из-за барабанов. Еще успеем напроситься. Ну, а пока просим тебя принять участие в нашей игре, в которой сегодня с тобой будут сражаться и слушатели Love Radio. Итак, открываем ее. Станиславка. В качестве задания мы выбрали сегодня легендарный мем с роскошной девочкой, которая ведет монолог, дискуссию с оппонентом. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мной, и я буду делать то, что я захочу. И говоришь на меня, переводишь на себя, поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. Севиль, тебе знаком этот мем? Конечно. Я 16 лет назад. Ты видел выражение лица? Конечно, серьезная такая. Я сейчас сделаю. Но у тебя есть две соперницы. Их мы послушаем сразу после того, как ты справишься с заданием. Готова? Да. Ну, давай. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать? Ну, и я буду делать то, что я захочу. И говоришь на меня, переводишь на себя. Поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. Это разрыв. Мне понравился разрыв. Что там эти звучки есть? Все в деталях. Это самый ответственный подход к Станиславке, дамы и господа. Ну а теперь, дамы и господа, нужно проголосовать. Один — это Севиль. Два — это Катя. Напомним, как звучит Катя. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мной? И я буду делать то, что я захочу. И говоришь на меня, переводишь на себя. Поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. А также Ирина у нас есть. Это номер три. Голосуйте в наш WhatsApp. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мной? И я буду делать то, что я захочу. И говоришь на меня, переводишь на себя. Поэтому, ну, посмотри на себя в зеркало. Срочно голосуй в нашем WhatsApp 8-495-956-106-6. 1, 2 или 3. Я даю сердечко за Севиль. Да, та же история. Всегда. Красавцы Love Radio. Что у нас в гостях? Севиль, ребята. Привет еще раз, дорогая Севиль. Привет, привет всем. Только что Севиль скосплеила известный мем про «я буду делать то, что я захочу», и вы проголосовали. 1, 2 или 3, кто у нас победил? Это Ирина, это Екатерина или это Севиль? Так, а у нас на третьем месте была Ирина, ну, в смысле, на третьей строчке, правильно? Да. Я наблюдаю так, что 3-3-3-3-3. Будет дырка! 3, да. Это значит, что сегодня побеждает Ирина! Севиль, кстати говоря, в смысле, каждый второй голосует за тебя однозначно. Так мы только выложились. Ну да. Но знаете что? Мы сняли это все дополнительно и выбросим во все наши... Выложим. Выложим в наши соцсети. Прямо сейчас закинули в телеграм-канал Love Radio. Заходите, если пропустили. И посмотрите, насколько Севиль хороша в косплее. Севиль в нашем сердце никто не подвинет. Ну, а подарок мы Ирине, пожалуй, отгрузим. Правильно? Обязательно. Конечно. Женщины, молодцы. Красотки. Продолжаем и вернемся к вам уже скоро. Красавцы Love Radio. Севиль, еще раз доброе утро. Привет. Привет, ребята. Привет. Вы будете рады знать, что мы никуда и не уходили от Севиль, потому что продолжаем общаться за эфиром, но это для нас. Тараторим. Делимся релизами, рассказываем о том, что песню новую написали. А сейчас дадим кусочек, дадим послушать. Я даже послушаю. А мы такой кусочек дадим послушать. Но пока, мы знаешь, что, Севиль, такое придумали штуку? Мы подумали, вот ты артистка. Успешная очень. Успешная артистка. Ты выступаешь на сцене, и ты в проекте, и тебе, ну, не нужно ходить на собеседование, тебе не нужно готовить свое резюме, портфолио. За тебя говорят, ну, все твои соцсети, видеоклипы, да и вообще регалии. Твоя фан-база, да, твои регалии. Но... Сколько лет я этим занималась, знаете? Когда ты по была... По собеседованиям ходила. Когда последний раз ты была на собеседовании? Лет...
6-7 назад. Что ты ответила? Кем вы видите себя через 7 лет? Да, кстати. Такая, типа... Успешный, классный, как и сейчас. А давай проверим, вот что бы ты ответила, если бы сейчас оказалась на собеседовании. У нас есть специальная новая рубрика. Успешный собес. Будем тебе задавать вполне себе классические вопросы, посмотрим, что ты на них ответишь. Каковы ваши сильные и слабые стороны? Я туплю. Ты слабый. Это сильно. Хорошо, запишем. Вот, сильные стороны. Чувство юмора, легкость. Очень быстро нахожу решения на всякие штучки. Вот, из минусов тяжело иногда говорю, вот, мне сложно понять. Но невозможно забыть. Нелегко потерять. Да, конечно. А вот как раз сейчас, кем вы видите себя через 5 лет? Успешный, знаменитый, классный и вообще все супер. Красиво. Как и сейчас. Я всегда так отвечала. Даже когда у меня ничего там не было особенного, я всегда все равно говорила. Архивный... Я молодец, я богатая. Спасибо Богу. Архивные видео на ВХС нашли. Я богатая, гласила. В мемы сразу. Так, все, соберемся. Да. Собеседуем. Каким профессиональным достижением вы больше всего гордитесь? Ну, ртом. Ну, в смысле, я пою. Хорошо! Есть! Лучше уже не будет. Ну, голос. Да, ну понятно. Он же рот издает. Ну, конечно. Можно это вырезать? Издательство рот. Да. Рот издает. Монтажер, ты знаешь, что делать. Ну, мы не вырежем это из песни слов, как говорится. Ладно, давайте соберемся дальше. В какой рабочей среде вам лучше всего работать? Блин, наверное, в позитивной, в какой? Или как, что имеется в виду? Ну, это такой вопрос, мы взяли в их... В какой рабочей среде? Офис, реальных открытый вопросов, воздух, да. Может быть, ну, да, самолеты. А, локация? Может, ну, типа быть. Вообще атмосфера. Вообще все равно. Ну, все, плевать. Хорошо, гибкая, главное, так и запишем, гибкая. Шпагат. Хоба, как бы ваш босс описал вас? Артик. Не знаю, сумасшедший, наверное, не знаю, как он меня... Ладно, опустим этот вопрос. Мы такое ищем, ага. А, Сивиль, а вы командный игрок, скажите? Да. Ох, спасибо, да, идем дальше. Как вы справляетесь с давлением или стрессовой ситуацией? Бью подушку. Ладно. Главное, чтобы не подушку безопасности, потому что она может выстрелить. Ну и есть ли у вас интересы помимо работы? Да, я люблю танцевать. Но это же тоже часть работы. А вечером в пятницу что делаете? Сегодня вечером что я буду делать? Собирать чемоданы и лететь на гастроли. Ладно, потанцуем сами тогда. Приглашение на свидание сорвалось. Если что, мы вам перезвоним. Красавцы Лав Радио. Красавцы Лав Радио. Сегодня у нас в гостях великолепная Сивиль. Рассказывает нам о том, как тяжело снимаются клипы. Да, ребят, для вас, для нас, по большей части, это всегда просмотр. Ну, в течение 3,5-4 минут и потом пересмотры. А съемки — это мало того, что много часов и перекостюмов и так далее, так это еще и производственные травмы, вполне вероятно. Конечно. Вот сейчас мы узнали, как искусственный снег попал дорогой наш Сивиль в глаз. Я боялась, что он завернется туда. А ну, короче, же... у меня мозг, он еще начинает рисовать критическое. Там же тонкие, да, мы чуть проспойлерим, у нас там будут снежные небольшие истории. И, в общем, раньше целлюлозу красили, мелкое дерево, это вообще жесть. Ну, да. А в этот раз пощадил режиссер, все сделали по уму и круто. И пенопласт не так летает, ну, вот эти вот всякие. Он медленно и мы нарезали падает, да. пластик. Угу. Тонко нарезанный слайсами пластик. Угу. И вот он попал на сетчатку, я подумала... Да, кстати, я его тоже ел. И я испугалась, что он закатится туда в глаз как-то, я уже начала рисовать. А ты видела, да, в Великобритании? В Великобритании у одной дамы там 18 линз достали. Так, все, ладно, простите меня. Я вспомнила эту историю, которую я так боялась забыть. Хотела забыть. Боялась забыть. Нет, я не боялась забыть, наоборот. Забыть и легко потерять. Знаете что, главное, что мы не забудем, как ты круто умеешь говорить, потому что у нас есть специальная рубрика, где мы тебе предложим это сделать. Джингл, машина, Лав Радио. Сейчас буду тупить так? Не надо тупить. Нет, там тут все просто. Мы просим тебя максимально вдохновенным, томным голосом сказать... короткую фразу. Слушайте утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». С любовью, ваша Сивиль. Ну, сексуальненько. Слушайте утреннее шоу с красавцами на Лав.
Нет, давайте перепишем. Давай, ну, запросто, давай. Слушайте шоу, утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Ну и добавь обязательно с любовью ваше CV. Да-да-да. Давай. Угу. Слушайте новое утреннее шоу с красавцами на Love Radio с любовью CV. Ах, какая кошка! Красавцы Love Radio. Ну, вообще, заглянула к нам Севиль в гости. Потрясающая, красивая, веселая, смешливая, смешная, умная, мудрая. Добрая, невероятная. Мне так нравится еще. Длинноногая. Неповторимая. Суперстройная, кстати. Стильная. Скромная. Есть ощущение, что как будто бы ты еще страннее стала. Мы не ошибемся же, если вот... Надеюсь. Вам ну виднее, вот. Спасибо. Ну, правда, есть главное, такое. Главное, чтобы я ниже не становилась. Да это подожди, мы когда-то все там будем, как говорится. Все немножечко прижмемся к земле. Но... А сейчас прижмемся к важным вопросам, которые мы для тебя приготовили. Вилы. Как ты? Как ты это делаешь? Севиль, как ты настраиваешь команду перед концертом? И как тебя настраивают? Мы просто видели некоторое видео. Вот. Что тебе что-то говорят? Наушник? Очень приятное. Нет, это я говорю. А ты стоишь, улыбаешься, вот так слушаешь. Это я говорю. Нет, я в микрофон говорю. В общем, перед выходом мы все, это для слушателей говорю, проверяем там микрофон и так далее. Звук при этом не выводится в колонки, вот так, в порталы. Угу. Вот, но мы между собой все друг друга слышим, потому что у музыкантов тоже наушники. И я им включаю микрофон, говорю, мои булочки. Вот так вот им говорю. А они, здоровые мужики, вот так вот делают. А, ты им это послание. Им я говорю, про другое подумал. А, ты просто решила перекличку устроить. Или горжусь булочки идут на сцену. Тренировками. Да. И я, допустим, говорю, если вы меня слышите, там, поиграйте. Они что-то там... Обратная связь, у них же нет микрофона. А так я всегда говорю, мои булочки. Я очень прошу технического директора нашего, ни в коем случае не включайте раньше времени микрофон, потому что... Могут другие ласковые слова проскочить. Ну да, я там еще говорю мои там. Ага, да-да-да. Я не знаю, так можно говорить в эфире. Ну короче, пятые точечки такие мои. Да, мои жопочки. Милый, хороший Севиль у нас сегодня в гостях. Спасибо, что заглянула, как всегда, рада тебе. Время пролетело невероятно быстро. Я вот не знаю, что приятнее: закончить эфир и общаться дальше, обниматься и веселиться, или еще побыть нам не получится, увы. Знаешь, что нам здесь приятно все и в эфире, и вне. Пятница обречена на успех, если Севиль была здесь. Да. Сегодня, вау, какой день! Ребята, слушайте наш новый трек «Вселенная». Любите, продолжайте любить. Мы через эту песню вас обнимаем, а вот с красавцами сейчас будем обниматься... Не в переносном смысле. Смотрите Сибирь. Видосы. И целая вселенная. Это факт. Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов и Никита Матов.